если не Соколовых, чьи работы здесь представлены, эти крупные панно, и вот подставки, например, на мыльном камне, и моржовый клык или бивень, да, в виде стаканчика инкрустированной. Однажды Мария Соколова купила на антикварном рынке себе вещь в технике Сибаяма. Деревянная шкатулка, инкрустированная перламутром, черепаховым панцирем, цветным камнем и бивнем мамонта. Несколько деталей узора отсутствовало. Ей захотелось восстановить этот узор. Она пошла в музей Востока, пошла в Эрмитаж, пошла в Русский музей, пошла еще куда-то. И везде ей сказали, ну извините, да, у нас есть коллекция там, императорской семьи, есть изделия в этой технике, подаренные японскими послами. Но нет реставраторов, мы ей не владеем, она очень сложная. Зародилась она в Японии в конце 19 века, в эпоху Мэйдзи. И вот инкрустировалось таким образом все. И серьги, и какие-то подставки, и чернильные перья, и украшения, и гребни делали панно. В качестве подарков использовали эту сибаяму. И что же придумала Мария Соколова? Раз никто этой техникой не владеет, а запрос есть, она ее изучила и сама стала заниматься ей, так же, как и ее брат Сергей Соколов и ее дочь Наталья Соколова. И вот этот семейный подряд уже много лет, ну, уже больше десятка это точно, замечательные работы в этой технике создает. Они освоили даже японский язык, японские иероглифы, чтобы подписываться, семья Соколова. Вот. И вот это черные фаны, темные фаны, вот у Юрия Петрова мы видим в росписях и в лаках, это философия пустого пространства, и здесь сибаяме тоже есть. И кроме Соколовых здесь представлены работы мастеров, которые режут бивень мамонта, моржовый клык и так далее. Они тоже очень ценятся, но чаще всего мы видим фигурки. У нас вот тобольская резная кость знаменитая, тоже бывает на выставках. Какие-то сюжетные фигурки или анималистика. Из бивня мамонты, и вот это Олег Милицы, например, орхидея, заколка которой получила первое место на конкурсе Гахрана, уж не знаю какого года. Вот была отмечена прекрасная вещь. И черемуха, сережки черемухи, сквозная резьба тоже с сапфирами, ажурные, легкие. Ну, на самом деле, так и хочется их примерить. А вот здесь, почему уже на конкурсе современного наследия были отмечены Соколовы вот за эту вещь, здесь использовано до 6 видов перламутра в инкрустации, и она не совсем микро, так же, как в сережках. Мы видим в сережках и броши. Это, опять же, микромозаика в перламутре из разных видов перламутра. Сложность в том, что все-таки перламутр, он хрупкий.
отличие от камня? Ну что, впечатлены? Техника нравится? Сибаяма? Да. Ну почему, например, не увлеклись в России этой техникой? Потому что не могли добиться такой просушки дерева, обычно дерево служило основой, чтобы детальки не, как бы не выпадали потом со временем. Либо оно рассыхается от влажности, либо что. Почему требуются периодические реставрации вот у некачественно сделанных вещей? В совершенствах техника сибаяма, вот она будет при любой температуре, там 30-40 градусов, минус 20, и ни одна деталька не выпадет. И просто красота, что это какой-то кунштюк, и здесь применяются разные материалы, и дерево, и кость, и перламутр, и камень. Потому что во флорентийской мозаике только камень, например, да, не знаю, с чем сравнить даже, не знаю, с какой еще мозаикой. В римской мозаике тоже только камень. Как это крепится, это подгоняется под размер? Вырезается рельеф, внутренний рельеф, да, каждая деталь. Техника, опять же, требует долгого времени, там, может быть, по 2 года над одной подножкой работает. И еще и подклеивается. Вот потом деталь из дерева или из перламутра вырезается, наносится еще гравировка. Мы видим, что где-то даже вот как будто бы иголочкой только в основу мастера, да, и все подклеивается. Состав клея, так же как у малахитовой мозаики мастера, каждый владел своим секретом. Главное не мешать хороший клей, как и в сибаяме. Всех ювелиров, в данном случае Елена Исаулова, мы впервые представляем ее работу здесь. Прошлая ее серия была посвящена Мементо Мори, она называлась Мементо Москита. Это Мементо Поинт, тоже тема суетности жизни. Каждый художник должен помнить о своей конечности, да, о конечности бытия. И я в Аркадии, да, картина Пуссена. В данном случае использованы драгоценные материалы, здесь и изумруды, и золото, и кости, и там кораллы для вот этой серии с черепами. Но нас она немножко пугает, это не в нашей традиции, честно говоря, но москвичи спокойно носят эти крупные вещи, носят эти черепа и любят украшения в таком панк. Вот антикварная камея, опять же резьба по камню, она была разрушена, и Елена решила ее восстановить тоже в японской технике кинцуги, когда в клей вмешивается золотой порошок, и эти трещинки, вот этот клей соединяет кусочки сломанные вещи, и золотые трещины служат неким дополнением, художественным акцентом в украшении. А по краю мы видим резьбу по янтарю, там много-много лиц. Thank you.